Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня мы разберем условия очередного новогоднего розыгрыша, к которому я сперва отнесся весьма скептически и поэтому не торопился делать о нем видео. Ну, главный приз, конечно, крутой, этакая завлекалочка в виде хорошей видеокарты. Я не спец по железу, но вроде как такая карта стоит в районе 100 тысяч. Но приз всего один, и определяться он будет случайным образом среди всех участников. Поэтому изначально я подумал, что мне нет смысла даже нажимать на какие-то там кнопки ради участия в конкурсе со столь мизерными шансами на выигрыш. Но сегодня просматривал форум, и эта новость снова попалась мне на глаза. И я решил еще раз повнимательнее почитать условия, и когда вник, в том числе посмотрел на количество реальных участников розыгрыша, то понял, что в общем-то конкурс стоит того, чтобы нажать в нем 4 кнопки и сыграть 10 боев, которые ты все равно играешь. То есть, по сути, все участие сводится к нажатию 4 кнопок. Это кнопка «Участвовать на портале», второе, третье нажатие – это кнопки «Подписаться ВКонтактике» на официальную группу и какую-то там еще, и поставить лайк. Вот вы видите, я это сделал и заняло все меньше минуты времени. А теперь к самому интересному. Как мы видим по количеству лайков, участвующих в конкурсе пока около 8,5 тысяч человек. Так как далеко не всем удобно пользоваться ВКонтактом, у кого-то он вообще заблокирован и так далее. Также не все хотят подписываться на какие-то там еще ресурсы. Тут, как говорится, дело добровольное, я никого не агитирую, но факт в том, что чем меньше участников, тем больше шансов что-то там выиграть. А кроме видеокарты разыгрывается еще несколько внутриигровых призов. Так, один победитель получит особый контейнер «Премиум корабль 9 уровня». 10 победителей получат контейнер «Премиум корабль 8 уровня». 15 победителей получат по 1000 дублонов. И еще 15 победителей по 15 тысяч угля. Итого получается 42 победителя с более-менее стоящими призами, что на 8,5 тысяч участников не такие уж и плохие шансы. Конечно, участников может стать больше, ведь присоединиться к акции можно до 16 января, а итоги будут подведены 21-го, но в целом шансы выше, чем совсем ничего. К тому же есть еще 500 более мелких призов, 250 контейнеров с ресурсами и 250 контейнеров с сигналами. А также есть гарантированный приз, когда каждый участник получит 250 жетонов единства. Конечно, 250 жетонов – это очень мало. Вот перед вами страница в Адмиралтействе, где показано, на что эти жетоны можно потратить, но лишним точно не будет. Так что в этом конкурсе за нажатие 4 кнопок мы получаем призрачный шанс на видеокарту за 100 тысяч, не нулевые шансы выиграть что-нибудь реально полезное внутриигровое или как минимум получить 250 жетонов. Как по мне, не так и плохо. Халява лишняя не бывает. Поэтому лично я нажал 4 кнопки, но 10 боев как-нибудь сыграю. В том числе на сегодняшнем стриме, где мы разыграем 25 тысяч дублонов и новогодние контейнеры. Видео про розыгрыш перед вами. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.